Вечером около дома 53 на улице Садовой водитель автомобиля BMW сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП он получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Еще одного пешехода сбили на улице Московской, 29. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался. ДТП произошло также в вечернее время суток. Водитель автомашины Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 11 ДТП с материальным ущербом и выявили 75 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. 4 автомобилистов задержали в состоянии алкогольного опьянения. 12 человек не заплатили административный штраф в установленный срок. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.